Здрасте, здрасте, люди добрые. Узнаете? Я думаю, не сразу догадаетесь, потому что даже я, зная Виталика, не сразу понял, что это он. Совсем другой человек. Помолодел, посвежел. Смотрите, нет ни бороды, ни длинных волос. Лет 15 так точно сбросил сразу. Да. Ну а приехали мы, как видите, не просто так, с ведром. Я думаю, по местности немножко. Вы догадываетесь, да, где? Король мутной воды нас сегодня ждет. А еще тут Виталик провел беседы с Константином. И знаете, я вам пока подержу интригу. В дальнейшем покажем, расскажем. Но у меня улыбка не сходила с лица весь разговор, пока Виталик мне рассказывал. Так что чай, печеньки, усаживайтесь поудобней и смотрите. Ну вот и он. Ты на пляж собрался или как? Че? По внешнему виду. А, там просто штаны грязные. Просто в плавках. А что галстук не надел, я не понял, Костян? А у меня только один зеленый. А какая разница? А так пока еще рано. Заходь-то. Идем. Все. Пытаемся успокоить Ксюню. Давай, погнали. Давай. Все, у нее энергии много. Кость, ты ее не выгуливал, да, сегодня? Так а да, блин, я понял. Пойдем. Опа, вот это она знает, это мне привезла Натаха. Все, она тебя сейчас съест. Отвлекающий маневр. А ну-ка она. Все, это ее займет на некоторое время. Так, ну что у тебя тут новенького, а? Рассказывай, у меня показывай. Новенького. Да, ну собаку мы видели. То, собаку, что она подросла. Не говори про нее, пускай нет, это не приходит. Увидели. Но то, что Виталик у тебя приехал в гости, это тоже. Тоже уже увидели. Увидели, да. Угу. А что у тебя еще интересно? Что у тебя, какие события? События? Да. Никакие, сижу дома. Ну то, что ты выглядишь хорошо и помолодил, это уже хорошо. Да? Пора женить. Пора женить, да. Мы тебе надо невесту, так чтобы ты дико глянула, когда я на голову. Чтобы сразу успокоился. Я найду тебе у нас такую невесту, работящую. А он что будет делать? Он? Да. Тоже она его так по попочке шлёп, сразу упадет на четыре кости, как цуцик. Понял, Кость? Да понял. Я тебя найду, Костян, не переживай. Да я уже переживаю. Ты ж просил девочку тебе. Да, я тебе одну привезли девочку, тебе не такая. Да прокидную привезли, бля. Только хвост от лайки. А я ж такой думаю, я ж им пишу, то он говорит, пишет, это дворняжка, я пишу, то сам ты дворняжка, понял? Я чистокровная Ромчик лайка. Хотя бы сказал. Не, ну серьезно. Ну ничего, я тебе привезу. Да нет, я-то ее буду любить, мне без разницы. Но... Я привезу тебе нормальную чистокровную, да. Ну только не такую лайку, а такую. Ну лет 35. Нормально. Чтобы она тебе в руки взяла хорошо. В ежовые рукавицы. Нет, она в обычные возьмет. Он сам ежовые наденет на нее. Ты доволен? Я очень доволен. Да. Да? Угу. Ну это здорово. Не переживай, Костя, мы твою жизнь изменим на корню. Стремно что-то мне уже становится. Не, ничего страшного, что стремно? Нормально. Нормально? Конечно. Да. Постирает, поубирает. Кушать наготовит, да? Но это будешь делать все ты с ее командой. Это мы и сами, мы и без команды это можем. Нам такая не надо. А ты ж понимаешь, смотря как командовать. Да. Да. Знаешь, как мне один говорил, ты должен клиента так, чтобы он тебе за это был благодарен, понимаешь? Uh-huh. Да, вот примерно подобная ситуация и к тебе. Она тебя заставит так, что ты за это будешь благодарен. Uh-huh. Понял? Так uh-huh. тебя устраивает? Да тоже что-то попахивает что-то этим. Все нормально там будет пахнуть, поверь. Я тебе подберу так, что ты будешь нормально себя чувствовать. Будешь доволен. Приберу тебя нормально к рукам. Все в порядке будет, Костян. Все, я трубку не буду от тебя больше брать. Поверь. Я предполагал такой исход. Такой ответ, да? Я просто знаю знакомств с этим. Ничего страшного, не переживай, все будет классно. Ребят, ну а что вы думаете по этому поводу? Пора Костику такую... Пора уже женить его, ну что он ходит по этим сам? Костян, ну сколько можно? Мама твоя не против. Ты уже проконсультировался? Конечно. Ну ладно, если мама дает добро, тогда же ладно. Она сказала, я чуть-чуть с сестрой понянчусь с внучкой, и я приеду. Да? Да. Это будет двойной, да?
Не, ну это уже на какую сторону мама станет, это уже многое от тебя зависит. Ну, да. Если будешь себя нормально вести, то, естественно, на твою сторону, понимаешь? Ты же понимаешь, палка у нее два конца. А каким ладит, а каким бьет, тут уже дело хозяйское. Костя вообще, смотрю, немножко подрастерялся. Да есть маленько. Ничего страшного. Все будет... Но, все. Это просто для него неожиданно, как бы, что ему тут еще деваху будут сватать. Да. Ну, это не стопроцентно. Если что-то, это пишите в комментариях обязательно, девочки. Девочки. И мальчики. Ай, ты заранее, чтобы от моей девахи срубить, да? Под другую девочку, да? Ну-ну. А тут я когда к Костику в гости приходил, тут одна приходила к нему девочка, которая говорила, что я похож на кого-то. Перепутала меня с кем-то. Да-да-да. Такая, захаживала к нему. Ну так вот, эта девочка захаживала, чтобы с него бабки подоить. А я не знаю. А не, она же прибежала с первого этажа за Васей. Это Вася ее заинтересовал. Прибежала. Вася, я не понял. Это он петляет. Она здесь была как дома. Она здесь все знала, где же она. Нифига, она первый раз зашла. Не, с первого этажа, ты же помнишь, зашел на первый этаж. Да? Она, в лифт, я с тобой. Такая, что это за мальчик такой? Он с Абнона, говорит. С Абнона. Так, такие дела. Ну а рассказывайте, что по рыбкам. Я смотрю, аквариумы пустые. Пустые. Что за фигня? Надо разводить. Вот реально, ребят, посмотрите, аквариумы пустые. Просто. Вон, я же даже написал, было 49, одну продал, ты видишь, 48 стало. Ого. Это я отбираю, чтобы соточку набрать хотя бы. А тут вот дрессировка. Ага. Ну, Виталик уже провел тут дрессировку. И у Виталика хорошо получается дрессировать. Причем, что такое? Что такое? Где твои палочки? Куда? Вот, смотрю, малечки. Ну все, всех мало. Все, ты довольная? Ты довольная, да? Вообще, ребят, посмотрите, пусто. Вода есть в аквариумах, а рыбы нету. Ну не хочет. Ну хоть ты тресни, Костян. Ну я еще не пью. Да нет, ну надо мне немножко разогнаться. Ну было же в том году нормально все. Пожалуйста, анцики тут и можно шо, посчитать. И шо, потом... Лошек возьми, засади. Ампуляшки. Да и нечики, просто видишь, не мало. У меня вот производитель. Лупики, походу. Так. Ну, вот знаешь, что люди пишут? Да, вот надо ее снять. Знаешь, что люди пишут? Говорят, нахрена ты вот эту рыбу сорную себе позаводил, которая нафиг никому не нужна. Потому что и меня... бесплатно не нужна. Да, потому что мне сказали, что возьмут по-любому. Да. Кто? Так кто, на разводе. Так вот, кто сказал, отдай ему. Но потом он потом уже сказал, что нет. Говорит, извини, я ошибся. Ну, скажи. Ты ее только тратишь... Да. Время. Жрачку, время, место. Да все, я же больше не беру. Видишь, ты же видел, мальки плавают отдельно. Везде сука. Пустота. Нет. А что ты ловишь? Да вон малечки же почти. Просто пустота. Так она же может не все еще. Ну то да, все, это я. Ну, она вчера вечером уже начала давать. Родители гуляют. Ждет ворой. Ну бывает через раз. То всех вообще пустая. То всех вытрусит, то нет, да? Люди говорят, где ж меченосы, где ж сомики, где это все? Да где, блин, ну что? То, на чем ты специализировался. Как так получилось, что ты перешел на цихлиду, которая нафиг никому не нужна? Вот так вот получилось. Ну, везде, везде обман, везде обман. Блин. Никому не верить нельзя, мне можно, да? Так, что у нас тут? А вот это... Мордочка вот, посмотрите на эту наглую мордочку. Она вот к Виталику тебе боится, подходите. Она ко всем подходит, а к Виталику не, говорит. Там, говорит, могут дать люлей, а, говорит, не буду. Все, Ксюня, давай. Иди, давай, иди сюда. О, я смотрю, тут парень уже аулофорус во все разводит. Да, я же его уже развожу второй год, вот это так он разводится у меня. До сих пор, да? Ну вот. Ксюха, так а что здесь, наверное, самое большее количество рыбки в этом аквариуме, да? Ну, да. Все аквариумы, только надо, Костик, приложить к ним руку. Скажу тебе так. Довести до ума. Да. Довести до ума. Ты тебе видишь, каждый, кто приезжает, да, это рассказывает? Ну, не каждый. Кому-то все равно. Кто-то говорит... Ну, что, кажется... еще Артем, когда приезжал, вспомни, это советы тебе раздавал.
А, ну да, советы были. Ну, тогда не по рыбкам, а по, что-то по оборудованию. По оборудованию. Нет, Артём, не-не-не-не. Это тот же, тоже такой же рукодельник, как и ты, любит руками. И вот он приезжал, мы как-то стекла тут кости привезли. Он тут про магистрали, про поклейку рассказывал Костику. Ну, кстати, это все стекла тогда ваши почти уже разошлись. Какую поклейку? Аквариума. Так я ему могу все рассказать и все даже показать. Что проблема, чушу? Выходи. Ну, видишь, уже теряется. Текаю. Да не, он мочалку, видишь, уже сосала. Сосала? Сосала мочалочку. Малинезия у тебя. И тут он рыбу выигрывала, улиток повылазил. Да тоже там 100 лет, но... Да, есть такое. Куда? О, воспитание. Забитая. О, ага. Моя любимая рыбка. Ага, которая тоже... Лимия, чернополосая, да. Вообще кайфовая рыба. Я не знаю, то ли совпадение, то ли нет, но она мне никогда не болела. Вообще. Кому нравится? А, вот у других. А у тебя же она была? Да, 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 да. А сейчас нет? Не, сейчас нет, у меня сейчас там остались, ну, гупики и красный неон. И у тебя, да? Да. Это кто тут? Папаня сидит. Корма, корм нужен, корм. А, кстати, Виталик, вот тебе знаешь, корм уже? Передал, вот эти, сейчас я тебе достану. Если не больше, видишь? Ну, они затягиваются у тебя. Но они на сухом корме и не растут ни хрена. Голодные сидят. А ты читал комментарии по поводу у тебя, что пруд недалеко? Не хотел бы ты туда пройтись, что-то там половить? Да я хотел бы, но не, хорошо, не имею если... возможности. Есть желание, но не имею возможности. Если у тебя нету корма, откуда у тебя борода? На мочалке? Ну, везде. И на растениях, и на мочалке. Ну, от сухого, наверное. Нет, корм сухой. От перекорма, значит. Ну да, я же стараюсь кормить, но они вроде едят, но толку увидишь. А корм какой ты даешь? Хоппинс. Ну, хоппинс они могут плохо есть. Ну, я же говорю, надоед. Тетрумин надо. Сидеть. Да нет, надоед, Оксана, как он? Ну, мотыль и трубочник, то понятно, что лучше. Не-не-не, как она? Артемий, я все Артемий. Ну так а что ты делаешь? Да, потому что не маловышек. Ну я уже этот, я узнал, где по 250 ре. Можно. Я не хочу на камеру рассказывать, где головой взять. А, ну ты-то знаешь, конечно. Я знаю. Тебе за камерой расскажут. Сколько им по возрасту, Кость? Это 2 месяца уже точно. Посмотри, как будто вчера родились. Ну да. Ну они же затягиваются, Костя. Да им хана будет, скорее всего. Сейчас нам прямо... И начать их кормить. Да? Ну вот, смотри, какая у тебя моли черная, классная, бархатная. Да. Ну а что ее не, дальше не производить? Да. Ну а что ее дальше не... На рынке такой я давно не видел. Ну вот именно черной, бархатной, как у тебя. У тебя же, смотри, что самцы, что самки, они у тебя все бархатные. Да, это никакого просвета нет у них. У них нету ни провала по цвету, ничего. И смотри, даже самцы парусные. Ну, чего не разводить, Костя? Да не могу их разводить. Я почему? У меня не получается. Скажи мне, пожалуйста, на ты вот это дерьмо, занял вот этими аквариумами? Ну, посади сюда мольку, и хай сидят пара. Посади одного самца, 2 самки. А я отсаживаю самку, я смотрю, что она пузатая, я отсаживаю и не пойму. То она потом, то может, то вздыхает у меня, то... Я не догоняю, она пузатая, а потом сидит 2 недели сидит. Так ты ее просто посади, ты ее даже не пузатую, возьми и посади отдельно. Поскажи. Ну, конечно, рогалистника накидай, посади там одного самца, 2 самки. Ну, у тебя же их много, и пускай она у тебя в отдельном аквариуме будет. Рано или поздно она пузо накачает эту мальку. Даст приплод. Ну моли, что хорошая, черненькая. Ну пойди на рынке, пойди посмотри, такой нету. Ну я реально говорю, Костя. Я сегодня на рынке был. Я видел, какие там моли. Говорят, как черная, а на солнце у нее белые просветы или блесточки пробегают. Это смешанная же, да, чем? Она не смешанная, просто не особо чистая. А у тебя чистая. Ну чистая, вообще просвета нету, даже пузик у нее черный. Ну да. Ну так, у тебя классная рыба. Очень классно. Ну, хорошая рыба, моль. Тем более, это та рыба, которую любят и которую берут, Костя. Виталь, ну я тебе не буду брехать, я тебе говорю, вот у меня было вот таких самок, 7 штук. У тебя аэропорус есть? Ну, там чуть-чуть, ну да. Ну, так а сколько тебе надо на 3 рыбинки подкармливать? Ну, подкорми.
Это, я не знаю, было 7 самок, они у меня в нейросовиках все сдохли, ты понимаешь? Я отца же, они... Значит, ты что-то неправильно в нейросовиках делаешь. Не знаю, ну что я делаю не так, я же не знаю. Забываешь кормить? Ухаживать? Фиг его знает. Рогалистника натыкай больше. Кинь дубовые листочки на всякий случай. Вот может из-за этого, я не знаю, что маленькие объемы, они в маленьком объеме долго не могут жить. Понял? Ну, посади в большой. Ну, побольше, попробуй так, ради эксперимента. Ну, возможно, смотри, Костик, ну, у тебя же есть такие аквариумы, куда можно их отсадить? Да, ну, в принципе, есть. Ну, вот, смотри, вот это разделенные аквариумы? Да, да, да. Ну, вот посади сюда. Ну, вот посади сюда самца и двух самочек посади. Mm-hmm. Посади сюда также. Ну, в чем проблема? Вот же стоит у тебя пустой аквариум. Ну, да. Конечно, может, какая-то их опанула, так она у тебя здесь дымака этого не делает. Уже они сами его исседают. Я тебя не учу. Вижу, что Костик после девушки уже потерялся, уже до сих пор не может прийти в себя. Он пытается подсобраться, ну как-то в растерянности сейчас, да, Костик? Не получается. Ну, я вижу, он такой плавающий. Губики тоже не разводятся. Губики тоже не разводятся. Ну так вот, стоит хотя бы по одной штуке какую-то другую, чтобы размешать. Они же у тебя застоянные, они же перенесли войну, они же полуголодные сидели. Да, я взял одного самца, но он совсем не тот, начал выходить из-под них непонятно что. Он красный, вот этот типа красный дракон, что на красная Москва. Ну то? Да. Ну так, купи то, что я сегодня на рынке видел хорошее перламутровое это. Эш Энгера. Перламутровое. С двойным этим? Да. Она переливается обалденно. Возьми, купи и подсунь под нее сама. И будет красиво что-то подходить, попробуй. Попробуй с одними самками, попробуй с теми самками, что у тебя есть. Сидеть! Сидеть, сказал! Она уже сонная уже, помнится. Как шоу. Нельзя. А я же пишу лайка, лайка везде, лайка. Блин, ну Ромчик молодец, конечно. Ну хоть... что-то делать. А ну покажи, какой корм ты помнишь. А ну-ка, давай. А я здоровых вот этим кормлю. Ну. А ну-ка. Это этот, это... Тропикал. Это мне Серега, Серега профессор подгонял. Это такое. А, я понял. Ну, он, там жира много, а больше ничего нет. Ну, а этот он копия, видишь, набрал. У меня вообще его не едят. Ну, это понятно. Для малых. Там, да, после. Сбалуешься. Ну а чем ты кормишь, я не понимаю. Тетрой. Тетрой, отлично, конечно, у тебя дома. На это, кстати. Что? Давай сейчас. Шо. На тебе эти для инфузориум. Виталик, тебе шкурки передал. О, Одесса. Ксюха, будешь? Ксюха, а ну-ка, надо заценить. Ну, надо заценить. Сейчас проверим, нужно или нет. А ну-ка, Ксюха, а ну-ка проверочку. И вот еще на тебе. О, вот это спасибо, вот это спасибо. Да ты ж плевался. Ну как, херово едят? Едят. Вот, видишь, вот такие же. Да, вот такие. Вот тебе, пожалуйста. Ну отлично, будем готовить. А ну-ка, на, давай, проверим. Виталик фигню привез, все нормально. А ну. Шкурку банана. Все подходит, нормально. Они высохли как минимум полгода, блядь, висели под своей сушкой. Не над печкой и не под солнцем. А вот эти таблетки, кстати, у Виталика коты едят и кошки. А его все едят. Серьезно? Да, собака. Так что смотри, все, не поела. Она сожрет. Возьми ее штуки три, дай, и она сожрет. Да она, может, все сожрет, он бананы жрет, видишь. Ну такая, проглотит. Не, ну коритрошки не отгрызли, обалденно. Что за собака это была, неизвестно? Ну мама лайка вроде, не знаю. Лайкала. Лайкала, да? Лайкала, блин, видосы ты залетела. Это, дай собаке. Собаке, давай. А что такое, а где ты уже шкуру дела? А ну на-ка зацени. Вкусно? Таблетки вкусные? Ну вот, ребята. Все, надо прятать, вот сейчас начнем занимать. Аквариус. Проверено. Вон, Виталь, смотри, красную отсадил. Пузатый, смотри, какая вчера. И что? Вон, бачу, гублю. И крыл. Что, ждем?
Ну так он у нее уже не сегодня-завтра. Да? Нет, не сегодня-завтра, видишь, вот это пузо. А потом бывает, что она не может разродиться, она вообще так вот такая... Так они у тебя застойные, Костя. Ты мне ж тебя на завод не учить, ну елки-палки. Это ты меня должен учить, а не я тебя. Ну как застойная, если она была худая, а сейчас вот, ну, запад... Правильно, так она ж сколько не работала, она ж тебе полуголодная была. И надо ее хорошо Артемией накачать. Ну, Артемия накачает. Ты же знаешь, как это делается, Костя. Ну, что ж ты дураком прикидываешься? Накачай рыбу Артемия. Все говорят, что я прикидываюсь дураком. Я не прикидываюсь, серьезно. Костя, ты... Поймите это. Костя, ты занимался разводней. Это не я тебя учить должен. Ты меня должен учить. Это ты меня должен учить, как это делать, а не я тебя. Ты же это знаешь. Поэтому ты же стоишь, валенком прикидываешься. Ну, он немножко сейчас растерялся. Да. А вот это что-то за бурьяну повесил, что это такое? Это же скаляри от нерестились, икра была белая, понял, почти вся. Я кинул, анцики пожрали ее. Вот тут он где-то вчера были личинки, я смотрю, хоть они не сдохли, чьи сдохли, чьи. Скаляри, боже, это не та рыба, которую тебе надо нерестить. О, есть, один есть. Один есть, да, ну, блин, целый аквариум для одной личинки. Да не, на там личинки три, но выйдут они или нет. Уже второй нерест, но что-то вся икра белая. Скаляри тоже херня. Ну, их особо не берут. Люди говорят, верни обратно меченосцев, верни обратно коридоросов. Угу. Посмотри, Саша, не ролик, который Вася снимал, что разборы галок занимается. Вот посмотри его ролик, что он говорил. Ну, человек занимается всю жизнь разводней. Ну, ты тоже занимался. Вот он, как он говорил, у тебя получается то, что у других не получается, понимаешь? Угу. А ты просто не хочешь. У тебя есть сейчас причина, у тебя просто сейчас рыба переболела, потому что она сидела у тебя целую зиму голодная. Потому что война была, тебе нечем кормить было, хлебом кормили. Ну, да. Ну, что ты от нее теперь хочешь? Она сейчас икру набирает, и у нее кистуется или еще что-нибудь. Да вот ты видишь, да, что-то я думал, ну, что она сегодня родит. Ну, так ты живого дай, чтобы она погоняла. Погонять. Ну, кинь самца на день, пока ты здесь, кинь на день, хай ее погоняешь, чтобы она поплавала, а не стояла в одном месте. Может, он выбьет быстрее. Мать его так, что выбьет херовым, зато выбьет. Ну, такое ж можно сделать. Вася, я правильно чувствую, в комментариях будет там. Ну и пускай, чем больше, тем лучше. Нет, ну, можно что-то пробовать, Костя. Да ну можно, я только вчера ее посадил, но я думал, что она... Еще раз повторюсь. Я не прикидываюсь. Да ладно, не скромничай. Вот деваху тебя подгонят. Вообще. Да не, ну шутки. Будешь все серьезно. Ты, кстати, вот так вот не держи, они шатаются. Я знаю. А я не держу. Надежно, он скотч уже год держит. Фирменный какой-то попался. Я просто... Вот просто так вот, чуть-чуть так, и посмотри, как оно все ходит, и как Костя бледнеет. Циклозом пускай их заберут. Смотри, ну классный же, вот семейка. Да, вот семейка. Предлагай ребятам, пускай заберут. Семейка, вот самец огромный и две самочки. Правда, все блекут. Ну, их должен забрать. К себе домой пускай заберут. Кто? Ну, кто-то, у кого-то есть большой аквариум, знаешь, там, с их лидерами, может, я знаю, пускай там разбавят немного. Ну, я знаю одного. С бородой? Да. Ой, я ему за собаку давай две пары сразу скажу. Я ему приеду, скажу, на, классная рыба, братан. Это, если хочешь, поехали сейчас это отдадим. Да. Если хочешь, давай я заберу своему другу Серёге. Миллион Виталику. Слышишь? Не-не-не, я говорю ей.